Слотокін. Королівський сезон починається. Пане Романе, рухаємося якраз власне напрямок Донбас і Східний фронт. Бахмут. У нас є дуже цікава заява від командувача сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського. Він каже наступне, що от, власне, я покажу Бахмут нашим глядачам, хто ще не знає. Ми на Кліщівці підходимо і біля Берхівки. Так от, генерал Сирський каже наступне, що ми зараз створили усі умови, аби зайти в Бахмут. Ми зробили напівуточення для окупанта, і ми можемо витратити на противагу росіян в десятки разів менше сили, аби, ну, якщо не зайти в Бахмут, то просто витіснити окупанта з цього населеного пункту. Ми об этом с вами говорим где-то місяця полтора. Именно к такой задаче Сирский изначально, оно было сразу понятно, просто это все не озвучивали сначала. Мы-то можем озвучивать то, что видим. А генералам этого нельзя делать, так как это, с одной стороны, может быть какой-то из тайн. А мы, как обозреватели, видя определенное движение, понимаем, к чему оно в конце концов идет. То есть вот именно к такому роду задачи движения сразу по высотам, оно было и предназначено. Это было понятно еще полтора месяца назад, как только мы начали двигаться по высотам, а это было для того, чтобы можно было с помощью артиллерии с дальностью в 25-30 километров взять в оперативное окружение Бахмут. И дальше просто уничтожать россиян, пока им надоест туда заходить под демобилизацию, так сказать, только в мешках. Именно плотность огня, не движение в город, и это Сырский прекрасно понимает, не движение в город наших частей, не выдавливание из города в контактных боях, а именно нанесение мощного поражения с помощью артиллерии, возможно, приведет к тому, что россияне просто перестанут заходить в город. А после того, как сейчас получили уже кассетные снаряды, в достаточных количествах, но пока только первая партия, когда пойдут уже достаточное количество, а их миллионы штук, их очень много на складах американской армии, они нам их передадут с удовольствием, так как через определенное время им придется их утилизировать, это намного дороже, чем нам их утилизировать на головы российских войск. Потому тут еще можно с американцев брать денежная, так сказать, компенсацию за утилизацию их боеприпасов по россиянам. И эти кассетные снаряды, они вынудят, работа этими кассетными снарядами, вынудят россиян уйти из Бахмута, вернее, туда просто не заходить новой партии. А потом мы его просто зачистим уже, ну не то, что даже в 10 раз, вообще без потерь как таковых. То есть это можно сделать полностью без потерь. И именно так Сырский действует. Он сохраняет жизни наших воинов. Очень грамотный подход для выполнения именно такой задачи. И вот после того, как будет сравнение, как россияне брали Бахмут и как они оттуда бежали, с какими потерями, будут очень интересные цифры. Пане Романе, не можу не запитати вас про Куп'янсько-Лиманський напрямок, тому що тут росіяни зібрали немалу кількість живої сили. І, власне, хронологія подій, яка відбувалася. Спочатку Сергій Череватий сказав, що росіяни зібрали понад 100 тисяч на Куп'янсько-Лиманському напрямку, 900 тисяч танків, 550 одиниць артилерії. Самі бійці з цього напрямку кажуть, що ну це не вона, тому що за один день таку силу не стягнеш. І ми бачили вже давно, що там є концентрація сил противника. А згодом Ганна Малєр каже, що до нас переходить ініціатива. Як ми можемо прокоментувати все, що відбувається на фактично Харківському напрямку з боку Луганщини? Здесь просто подача информации, она не скорректирована. Если вот, допустим, нас послушать, так мы с вами полгода говорим о том, что на Луганском направлении около сотни тысяч россиян собрано, и они будут пытаться нас выдавить с этого треугольника. Помните, мы рисовали неоднократно Купянск, Лиман, Кременная. Ну так мы уже сколько рисуем, сколько месяцев мы это рисуем. Ну вот они начали двигаться. Ну вот кто-то из информационного потока военного вот только эту информацию просто подал.
Потому здесь ничего абсолютно, никаких проблем на Луганском направлении нет. Мы видели эту группировку, видели, к чему она готовится, видели это количество техники. Дело в том, что там развернуться негде. Это пойма четырех рек. Река Оскол, вот покажите, если получится. Река Оскол, река Жеребец, река Красная. Это все три реки с севера на юг идут и впадают в Северский Донец. Там между ними болота на болотах, вода, озера, там развернуться этим 100 тысячам некуда. Они могут там еще спрятаться как-то, попытаться спрятаться где-то по лескам, по болотам, но двигаться там нереально. А наши войска там заняли позиции как раз с помощью артиллерии. Мы все танкоопасные направления там контролируем именно артиллерийским огнем. Любое выдвижение любой группы техники, оно сразу уничтожается. Россияне это прекрасно понимают. Вот они там топчутся с места на место, перетаптываются, и больших просто там невозможно провести широкомасштабные наступательные действия. Даже мы, когда освобождали эту территорию, у нас не было широкомасштабных действий. Малыми тактическими группами в режиме того же тактического просачивания на легкой броне. Мы просто зашли буквально в тыл россиянам, они с перепугу, они убежали даже за Старобельск и убежали с того же и со Сватова, и с Кременной. Они же добежали аж до Старобельска и с Счастья. Это потом они вернулись обратно в район Сватова и Кременной. То есть этим 100 тысячам там просто негде развернуться. Ну, пусть они их там держат, вопросов нет. Чем больше плотность войск, тем легче нам их уничтожать. Один снаряд убьет больше россиян, чем если бы их там было поменьше. Потому ничего страшного, управляемый процесс там. Там есть оперативные резервы на самом Луганском направлении и на Бахмутском направлении. Все под полным контролем. Потому Малер, кстати, как раз четко правильно говорит. Мы ж на контратаках. На контратаках мы россиян больше давим, чем они там где-то продвигаются. И больше их уничтожают. Сейчас увеличилось количество опять отминусованных россиян и отминусованной техники как раз за счет вот этого Луганского направления. Решили они понаступать в болотах. Ну, очень интересно. Когда-то немцы тоже попытались наступать в белорусских болотах. Потопли все, называется. Ну, и тут та же самая картина.